Уважаемые пассажиры, меня зовут Виктория, мою коллегу Наталья. Приоритетные направления авиакомпании «Ангара» – безопасность и комфорт вашего полета. В соответствии с международными требованиями, предлагаем вам информацию об использовании аварийно-спасательного оборудования нашего самолета. В случае аварийного покидания самолета, пользуйтесь выходами, расположенными в передней и хвостовой частях самолета слева и справа по борту. Все аварийные выходы обозначены световым табло. Направление к выходам вам укажет световая дорожка. Ваша кислородная маска находится на панели над вами. В случае разгерметизации кабины она выбрасывается автоматически. Потяните за маску, плотно прижмите к носу и рту, кислород будет поступать автоматически. При необходимости помогите надеть маску рядом с сидящим пассажиром. Если вы путешествуете с ребенком, обеспечьте сначала маской себя, затем ребенка. Каждое кресло в салоне оборудовано ремнями безопасности. Ремни безопасности должны быть застегнуты на взлете, снижении и после включения табло застегните ремни. Чтобы застегнуть ремень, ставьте наконечник в замок. Подтяните ремни по размеру. Для того, чтобы расстегнуть ремень, поднимите крышку замка вверх. Инструкция по безопасности для пассажиров ознакомит вас более подробно с использованием аварийно-спасательного оборудования. Она находится в кармане впереди стоящего кресла. Рассмотрите ее внимательно. Желаем вам приятного полета. Спасибо за внимание.